Интеромаркет – это более 12 тысяч пластинок и более 3 тысяч книг, а также сувениры. Интера – все для людей. Будут ездить машины, будут. Будут здесь ездить, все это расшибут. Вот и все. Вот дело и в том, что расшибут. Мы очень ждали, когда нам дорогу сделают. Они взяли и вообще просто убрали. Ждали хорошую дорогу, а получили закрытый проезд. Ремонт по улице Гагарина обернулся для местных автовладельцев неприятной неожиданностью. Выходя рано утром на работу, люди заметили, привычный выезд для машин между домами перекрыт высоким бордюром. К каждому частному дому есть подъезд индивидуальный. Это всего одна семья в доме. И там сделали, деньги нашлись и все. А у нас получается 12 домов и все закрыли. А если пожарная, а если скорая? По словам местных жителей, выезд из двора между домом 71 по улице Гагарина и домом 12/69 на Прокатчиков существует больше 20 лет. Дорогой пользовались несколько десятков местных автовладельцев. Теперь мы будем либо, значит, объезжать другой дорогой, то есть выезжать вон там около 7-го училища. Соответственно, в один проезд увеличится количество автомобилей, правильно? То есть это будет увеличение аварийной ситуации. Тем более, если это будет час пик. Договориться ни с рабочими, ни с местной администрацией жители не смогли. На все их вопросы ответ один. Работы ведутся по правилам, и никакого проезда здесь не будет. Приезжал человек из дорожного отдела. Вот, он все посмотрел и сказал, что распоряжение ГИБДД здесь нельзя строить. Я ему показал еще один въезд, что можно тогда перенести въезд. Он сказал, там слишком узко. Кроме того, как пояснили в администрации, по плану этого проезда и вовсе быть не должно. Дорогу во дворы проложили сами жители. Существуют ГОСТы, существуют правила дорожного движения, которые гласят, что нельзя осуществлять выезд вблизи пешеходного перехода. К тому же я хочу отметить, что рядышком есть альтернативные пути объезда. Выходит, убирать бордюры и организовывать выезд из двора на привычном месте уже не получится. А значит, водителям придется смириться с ситуацией и продумать другой, наиболее удобный для себя маршрут. Кристина Сипьева, Владимир Махмутов, Сергей Шемит, Интера ТВ.